Ребят, вот зашел в местную библиотеку, нашел очень интересную книжку. Называется «Жужнела, пчелка, жужнела». Сейчас вам поближе покажу. Тут много интересной информации. А также тут есть цветные иллюстрации, что связано с пчеловодством, с пчелами, с колодным пчеловодством. Тут видел я, картинки были. Посмотрите. Обязательно приду в читальный зал и почитаю. Тут про наше белорусское пчеловодство и не только. Вот, можно будет изучить материал, много чего интересного. Новое издание, вот такое 2020 года, издание «Минск». Еще раз покажу обложку вам. Вот так называется книга, так что спрашивайте в местных библиотеках, приходите, читайте. Очень интересную книгу.